Приветствую. При работе с All-Plan вы можете столкнуться с ситуацией, когда проект, выполненный в другой стране, у вас не открывается. Дело в том, что All-Plan поддерживает не только языковую локализацию, но и пакеты настроек и стандартов по странам. Для All-Plan Linear, Architecture и Engineering Squared доступны только пакеты для местной страны плюс English. А для All-Plan Architecture и Engineering Cube и All-Plan Exponential доступны все поддерживаемые пакеты, а именно болгарский, китайский упрощенный, немецкий, английский, французский, греческий, датский, итальянский, японский, хорватский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, турецкий, чешский и венгерский. Добавить пакеты можно во время установки All-Plan. Если у вас уже установлен All-Plan, то можно доустановить недостающие пакеты. Для этого запускаем дистрибутив All-Plan. В запущенном меню можно обновить или удалить программу. Еще раз читаем лицензионное соглашение и, если согласны, нажимаем «Да». Нас интересует обновленная установка. Далее выбираем «Использовать активную лицензию». Среди типов установки нажимаем «Выбор». В этом окне добавляем языковые пакеты, а здесь пакеты по странам. Нажимаем «Установить», ждем завершения установки и приступаем к работе.